Ну и что, кто мог представить, чтобы мы, подготовив экспедицию в течение года, смогли не попасть на рейс Air New Guinea, который ожидает нас в Порт Морсби. Сидим в Сиднее, в аэропорту, и ждем и решаем ситуацию, как нам добраться до Папуа-Новой Гвинеи любым путем, как можно быстрее. Проблема заключалась в том, что у нас оказалась просроченная виза, при этом подписи всех, каких возможно, только людей там. И мы, разумеется, стали им звонить, но дело в том, что 6 утра, в Москве 22, там 6, и нам ни до кого не дозвониться. Вот 2 часа прошло, в 8 часов все откликнулись, все абсолютно решили наши вопросы. Сейчас думаем, как нам добраться. Никогда не представлял, что путешествие наше будет действительно просто интересным настолько, что и непредсказуемым. В итоге понимаешь, что нет худа без добра, сейчас мы все собрались и еще более стали сплоченной командой, и на острове Новая Гвинея, наверное, нас действительно ждут интересные приключения. Следите за нами!